Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush, королевская лихорадка. Многие спрашивают: Рэй, а где же Empire Warriors? Скажу одно, ребят, давайте сделаем так. Пройдем эту игру и вернемся обратно в Empire Warriors. Никуда она от нас не денется, но тут осталось нам всего лишь, наверное, 2-3 уровня, и все будет на мази. Ну что ж, приступим, пожалуй, да? Город Лозагон. Как и ожидалось, эльфы пали. Теперь пора показать Лозагону, кто его истинный хозяин. Захватив город, мы сможем снять волшебные барьеры, окружающие замок Денаса. Однако будьте осторожны, мой генерал. Город охраняет мой бывший ученик, зловещий Магнус. Покажи этому жалкому магу истинную силу магии. Хм, хорошо, что у нас по башням с вами? Так, ладно, оставляем эти башни, которые у нас есть. На самом деле, ребят, мне не очень... понравились элитные истязатели, особенно когда я проходил, перепроходил вот эти все уровни, да, на элитку и на героическое испытание и на железное испытание. Там они как-то себя не очень хорошо проявляли. Ну да ладно, фиг с ним, пускай они пока будут, против летающих целей они очень даже неплохо заходят. И насчет героя, на самом деле Олах это имба, ребят, я вам еще раз повторяю. За счет вот этого вот отката, телепорт, да, я сколько раз уже... чуть было не фейлился, когда враги проходили, да, ворота, но за счет вот этого отката я их просто убирал. Тех же самых големов это. Ну, а покупать новых героев я не вижу смысла, потому что, ребят, скоро конец игры. А тыщенка, как говорится, лишняя у меня не завалялась в кармане, чтобы скидывать на героев. Ну что ж, давайте смотреть. Сражаться. И, ребят, как обычно, играю в первый раз, без всяких там постановок. Так что не кричите, не ругайтесь, если где-то что-то буду не видеть, не замечать или что-то делать неправильно. Ух ты! И я так долго ждал нашей встречи! Схватка легендарных магов! Угу. Я чувствую, ребята, здесь будет очень жестко. Знаете почему? Потому что этот маг стопудово будет вредить мне. Да-да, именно мне будет вредить или моим войскам. Опа! Ты понял? А у меня есть анчивка, ребят, такая. Разбить все фонари. А ну-ка давай попробуем. Получим что-нибудь? А где еще фонарик? Больше нет фонарика? А, вон, вон, ребята. Так. Секунду. Где-то я, наверное, что-то пропустил. Где-то еще фонарик должен быть. А этот дом-то аж прям живой, аж пышет весь. На самом деле я не вижу фонаря никакого больше. Хм, странно, ребятули, странно очень. Но анчивка такая и есть. Пасхалка, анчивка. Может быть, где-то скрытая, но я не вижу. Ладно, фиг с ним, потом, может быть, обнаружим. Что у нас, ребят, с вами происходит? Во-первых, у нас две дорожки, которые мы должны с вами защищать, да? Вот у нас два проходика здесь. Враг будет идти раз, два, три с трех сторон. Плюс сам маг. В данный момент у меня имеется две пробирки на... три сердечка, то есть 6 сердечков я могу себе восстановить. И плюс 2 джиггернаута. Это я купил уже заранее. Даже не знаю, ну давай посмотрим. Если, например, я вот сюда вот... Слушай, мне этот дом не нравится. Мне кажется, из него кто-то побежит почему-то. Давай мы сделаем вот так вот. Поставим рифы сюда и, наверное, вот сюда мы поставим с вами рифы. Пускай стоят. Лишними, поверьте, они не будут. Плюс, ко всему прочему, нам нужно поставить костолома. Я думаю, что он будет вот здесь, наверное, неплохо стоять, да? На две дорожки, как раз самое то. Ну что, давай, наверное, немножечко проапаем. И будем наблюдать за происходящим. Так, давай-ка здесь тоже сделаем. Все. Капитан отряда и новобранцы. Все, я понял. Что-то этот дом-то, ребят, как будто он живой, посмотрите. Да, я тебя понял. На-ка, получи и распишись. Не добили маленько. Да хорош ты из них делать этих пехотинцев. Ну давай, Олах, жги. Ай, как он мне нравится, ребят. Он красавчик. Кто-то мне писал в комментариях, что никто им не играет. Да потому что им, наверное, никто не умеет играть. На самом деле он имба. Конкретно имба. Что-то вот этот дом мне серьезно не нравится. Магия, сейчас я тебе покажу магию. Ребят, что-то он затеял. Он сейчас будет что-то делать. Вот этот маг.
Он что-то будет сейчас тут чудить. Я чувствую это просто. Так, ну что, мы с вами пока будем апаться. Ну, что он тут крутит меня? Кто там идет, ребята? Ага. Олах, давай-ка мы, наверное, с тобой переместимся сюда. Ага, еще и собаки бегут. Ладушки, встретим этих ребятулек. Я бы мог сказать фокус-покус, но мне этого больше не надо. А что ты... Что-то он, ребят, хочет замутить. Как пить, да, чувствую просто. Смотрите, смотрите, что он делает. Опа-на, а что такое? Что это там была за аура такая интересная? Только не говори, что ты можешь их воскрешать или еще что-нибудь в этом роде. Это будет нечестно по отношению ко мне. Ну давай, давай, Олах, бомби их. Отлично, шикарно. Апаемся. Так, две волны будет. Одна идет туда. Ага, две идут сюда волны. Все, понял. Перемещаемся. И вызываем. Вот это вот надо еще, ребята, проапать. Костяную башню. А то она слишком мало... Не понял я. Опачки. А вот это, ребят, подстава. Оказывается, здесь есть маленький телепорт. Откуда выходят враги? Вот это плохо, на самом-то деле. Ладно, надеюсь, мы продержимся. В общем, нам нужно сейчас укрепить с вами, да? Защиту. Смотрите, они бессмертные, ребят, становятся. Понятно. Можешь поделиться заклинанием на этот. Чего-то там, что он там бормочет? Маг этот. Зловредный. В любом случае, так. Укрепляем своих демонов. Не пропускаем никого, естественно. Никого не пропускаем. Олах, отойди. Восстанови себе немножко здоровья. Куда у нас идет эта волна? Здесь. Здесь. А это? А это понизу. Эльфийский странник. Четыре штучки, ребят, пойдут вот здесь вот понизу. Хорошо, ладно. Прокачаем сетку с вами. Вы вдвоем, надеюсь, справитесь-то с этими олухами? Должны, по идее, ребят. Так, новобранцы, да? Давай-ка мы вот этих отвлекем, чтобы новобранцев они не смогли сделать пехотинцами. Ого! Идите обратно в свои трущобы. Нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно тоже укрепить своих... Так, вы меня достали, серьезно говорю. Ну? Что, сразу всплакнули? Отличненько все, хорошо. Ну, они стреляют божественно, на самом деле, да? Со своих луков. Ну, вы хотя бы, господи, ну... Ну что, башня, ты будешь что-нибудь делать? Я не могу понять. Ничего не хотит делать, да? Иди сюда, подойди поближе, пожалуйста. Подмога. Так, тут у меня один олах остался. С какого вдруг перепуга-то? Еще и вороны, да, летят? Слушай, нам нужно что-то с вами предпринять. Этого недостаточно уже становится, ребят. Вызовем лучников. Вызовем лучников, а здесь... Это что за ложка летит? Что это еще? Так, подожди, мне вот эти вот олухи достали здесь на самом деле. Летите отсюда. Нам надо что-то сюда вот поставить. Давай, наверное, склеп. Склеп будет их потихонечку бомбить. Опять, смотрите, ребята, опять эта ложка летит. Опять ложка, и она травит нас. Отойдем. Отойдите, ребята, не стойте. Эй! Что происходит? Как они проходят здесь? Ну-ка, 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 ну-ка. Теперь обратненько вас. Слушай, ты посмотри, эта ложка поливает постоянно. То есть мне постоянно приходится вот так вот двигаться, что ли? Другого варианта я не вижу пока. Склеп. Почему ты не бомбишь, а? Олах, иди сюда. Тут какой-то бред у нас получается. Мы не справляемся без тебя. Никак не получается. Давай, жги. Джаггер, выходи. Ну! Фу. Давай хоть на первых порах поможешь нам, а потом уже сами, наверное, разберемся. А то это вообще не дело. А этот все травит нас, да? Все потихоньку травит. Теперь на лучников, да, переключился. Вот ушастый упырь. Я думаю, что потом еще вот этот домик, наверное, сможет ожить. Это кто еще такой, ребят? Смотрите.
Древний маг, знатоки древних заклинаний, их необузданная мощь уничтожит любого, кто посмеет бросить им вызов. Урон по площади телепортирует союзников в сильное сопротивление магии. Хе-хе, зашибись. Офигетушки, ребята. И меня еще и Джиггернаут покинул. Что будем с вами делать? Пока ума не приложу. Но это кто? Кто это, ребят, смотрите. Какого лешего мои стоят-то? Давай, бомби. Кто это, я не знаю, домик какой-то или... Что это за ересь-то вылезла? Смогут они, интересно, победить или нет? Или мне придется его телепортировать? Оу, воу. Это, ребята, фиаско, по-моему, какое-то. Слишком какие-то крепкие тут враги пошли. Неужели мне придется еще одного джиггернаута здесь использовать? Да я не хочу на самом деле. Но, видимо, придется. Так, горгулька, давай выходи. Ну куда ты побежал? Куда? Вот куда вот он бежит? Вот засранец. Перехватывает. Олах, иди, пожалуйста, сюда. Вниз. Вниз, беги. Ты смотри, что этот маг делает, а? Паршивец все-таки. А здесь у нас еще и грифон. Ко всему прочему, да? Двигается. Плохо. За всем, ребята, мне не успеть просто-напросто. Куда он идет? Хе-хе, ну давай, поливай, а я уйду оттуда. Вот так-то. Олах, надо двигаться нам сюда с собой, наверх. Давай, ты хорош, там это... Потом все это сделаешь. Вот, ребята, вот видели, почему я и говорю, что телепорт это вообще классно. Да ядрен ты батон, а. Всех заливает, да? Давай, Джаггер, появляйся. Возможно, я, ребята, это делаю зря. Трачу Джаггернаута на какую-то ерунду. Но на самом деле это не ерунда. По большому счету. Давай, по грифонам бомби. Олах, а ты где? А, Олах уже погиб. Олах у меня уже трупец. Что, куда? Волна идет, да? Так, вызываем еще, ребята, одну горгульку здесь. Пускай пока вот так вот это все будет находиться. Вот этого нужно нам прокачать. Он стоит здесь просто как никто. Ну... Ох ты, а вот что он делает, ребят? Он блокирует мои домики? Что-то такое, по ходу дела, да, происходит здесь. Олах, давай, быстрее сюда иди. Какая-то ерунда получается здесь. Ёлки-палки, поливает-то. Ну и куда вы разогнались? Олах, давай быстрее иди сюда. Догоняй этого Олаха мелкого. Пришлось так сделать. Жесть! Я думаю, эти последние уровни, ребята, будут самые жесткие, которые мы когда-либо с вами видели. И луча нету, ничего нету, прикинь. Пройдет. Он пройдет, этот прошивец. Давай вот так вот попробуем. Даже горгульки нам здесь не помогают. Наши. Иди ты в пень. Идет он там. Слушай, нужна очень хорошая здесь оборона. Очень хорошая. Просто имбовая. Давай прокачивать. Да. Кто там летит? Орлы? Так, а тебе, наверное, придется, парень, вот сюда переместиться. Да. Пока другого варианта я не вижу. Стрелки вроде бы справляются здесь. Отлично. Нам нужно прокачивать еще. Тут-то как у нас? Олах, давай иди сюда. Он блокирует мои базы. И это плохо на самом деле. Они не могут ничего сделать в этот момент. То есть не активируется. Ну-ка, что у нас здесь? Надо урон, ребят, прокачать. Прокачали урон. Если что, я их смогу откинуть обратно. Пока вот с этими тут справимся. Слишком много врагов идет. Что? Эй! Пока... А как вы... Как они прошли?
Они еще и завалили моего персонажа, да? Главного. Умудрились завалить его. Ладно, хорошо, у нас с вами есть 6 откатиков. Если что, ребята, будем с вами применять. Давай так вот вызовем. Пускай 2 скелета здесь бродят. Лишними не будут они, поверьте. Здесь вроде бы справится, я думаю, да, горгульки? Смотри, смотри, ребят, опять этот домик, по ходу дела, хочет ожить. Точно. Он ожил. Здоровая крупная единица ожила. Так, а здесь-то у нас что? Здесь тоже без прокачки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь у нас без прокачки. И что же нам здесь, например? Да какой там тут тюрю? Никаких тут тюрю. Очень мощно. Очень, ребята, тут мощно все. Олах, тебе надо сюда идти. Да давай-то быстрее иди, господи, там свистит что-то. Всех просто, всех завалили, смотри. Давай обратно их. Сюда применяем луч. Немножко не вовремя, да, я сделал, потому что они были под защитой. Так, прапаем. Давай этого вызовем. Очень должна быть хорошая, ребят, здесь на самом деле защита. Смотри, 3 мага. Они очень сильные. Плюс у них массовая атака. Да, имба, конечно. Тут с этими ребятами не поспоришь. Лучники слабоваты. Слабоваты, не тянут они. Можно, конечно, еще попробовать вызвать сюда. Так, а это еще кто такой? Верховный колдун, играющий с магией чернокнижники. Они ездят верхом на огромных големах и могут превращать врагов в других существ одним лишь щелчком жезла. Атака по площади, высокая защита превращает врагов в овец. Отлично. Что я могу вам еще по этому поводу сказать? Я просто об этом мечтал всю жизнь. Угу. Вы не знали? Вот теперь знаете. Вот теперь знаете, что есть такой чувак, который может превращать просто моих сейчас юнитов в букашек. Так. Поливает, да? Отойди оттуда. Что делать-то? Так, лучники. А этот стоит, лыбится, дурила. Иди вон тогда того бомби лучше. Ёлки-палки, я думал, что он будет один. А он не один, ребята, их здесь целая куча. Олах, отойди. Давай-ка вот сюда мы с собой встанем. Какая это магия, кричит этот магистр кислых щей. Какая это магия. Так, Олах, отойди. Фу, я не знаю, сможем ли мы тут справиться с этими чувачками. Ты посмотри, что тут делает, а. Мне постоянно приходится контролировать, ребят, своих вот этих маленьких юнитов. Иначе их просто будут убивать. Ой, что сейчас было? Что этот дом сейчас сделал, ребят, вы увидели? Он что-то же сделал. Так, еще здесь не хватало этих, а? Да кого он там поедает? Я не могу понять. Он что-то, ребят, химичит. Я просто не успеваю просмотреть. Вот этот хоп, что там вылазит и уничтожает. Куда нам где-то... Понял я все. Я теперь понял. Выбегают у нас ребята, этот дом поедает сразу же. Вот оно в чем дело. Давай лучом бомбить. Лучом бомбить. А здесь-то смогут они у меня справиться или нет? Наверное, вряд ли. Ну, естественно, когда тут еще поливают. Иди отсюда. Ой, собачка пробегает. Тут и голем. Это трындец, ребят. Серьезно говорю. Такого уровня я уже давно не видел. Очень мощный. Очень мощный уровень. Еще эти големы, которые могут превращать моих бойцов во всякую там фигню. Это овца, 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 овца. Иди отсюда. Ну, по крайней мере, пока еще, ребята, у нас 16 сердечков есть. Но и волн все меньше и меньше становится. Давай-ка мы здесь прокачаем этот склеп еще один.
И вот тут вот нужно, ребят, прокачать. Очень много врагов. Так, тут прокачка по полной. Здесь не совсем. Так, скелетики. Давай мы, наверное, знаешь, что сделаем? Волну. Давай, 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 давай. А, у мага поджарили, отлично. Вот здесь, если у нас выйдут еще две горгульки, это будет вообще прекрасно. Поверьте мне, с горгульками нам сразу будет немножко полегче. Так, что ж такое-то? Отвалите отсюда. Нам просто нужна, ребят, какая-то передышка. Поэтому мне приходится их телепортировать, убирать, как говорится, отсюда. Ну и, как мы видим, у нас здесь еще один склепчик, который неплохо нам помогает. Гаргулечку. Естественно, гаргулек нужно вызывать. Они будут отвлекать. Тихо! Да как же вы... Да как вы умудряетесь пройти-то, а? Олах. Олаха уже нету в живых, все. Он отыграл свою последнюю песню. Давай, наверное, наших лучников еще попробуем прокачать. Фух. Так, что там, не может... Вот посмотрите, ребята, они слабые все-таки, вот лучники мои, да? В ближнем бою, да не имеет значения. Так, а здесь еще и летающие юниты прилетят сейчас. Но это предпоследняя волна. Готовимся. Готовимся. Потом, наверное, в конце выйдет Максом. Я так почему-то подозреваю в этом. Могу, конечно, и ошибаться. Вот это, конечно, да? Вешают на них вот этот вот щит бессмертия. Это жесть. Так. И им все равно по барабану. И этот еще дом ожил. Ребята, этот дом ожил и пошел. Вот ты перепуга. Оживаешь, упырь, а? Давай, давай, родные мои, забомбите быстрее. Тут горгуль... А, тут горгули у нас еще не все. Давай обязательно, конечно, горгулик нам нужно абсолютно всех, ребят, вызывать. Нет, 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 домик, стой, куда ты побежал? Хорошо, подбили. Вот горгуля. Вот, ребят, вот это, кстати, офигенная магия, когда мы можем с вами врага взять под свой контроль, и он будет просто уходить. Это вот эта вот магия, называется одержимость. Олах, по-моему, нам придется с тобой... Я даже не знаю, что лучше сделать. Что нам лучше с тобой сделать? Сюда перейти, наверное. Давай, наверное, перейдем сюда вниз, потому что тут как-то еще более-менее справляется наверху. Так, овечка. Минусанули ее. Так, олах. Давай. А, луч. Луч есть. Давай бомбить лучом. Шикарно. Очень классно. Это прокачано полностью. Здесь одержимость и вот так. Склеп имба, ребят, вот в данный момент на самом деле очень хорошо помогает. Видите, вот опять, опять мы его как бы под свой контроль взяли, и он уходит. Это дает нам некую передышку восстановить своих героев и так далее. А где же все-таки фонарь, который мы с вами не успели разбить для выполнения ачивки? Ладно, пока не об этом. Некогда даже думать. А тут все прапано. Здесь у нас лучники не прапаны, да? Хорошо, также у нас вот это вот стоит и грустит. И посмотрите, что происходит, а? Просто издалека расстреливают моих юнитов. Но когда мы берем, вот, например, мага под свой контроль, да? Если у нас это получается, он начинает бомбить свои же. Вот это класс. Во, смотрите. Смотрите, он идет и... Воу-воу-воу, и начинает свои же бомбить. Это классно. Это очень нам на руку. Это касается любого юнита, хоть голема, хоть кого. Поэтому смысл в склепе повышается в разы. Я поэтому, ребят, буду их делать. Именно из-за одержимости. Так, 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 так. Олах, по-моему, нам пора вот сюда с тобой перемещаться. Потому что здесь какая-то жесть начинается. Так, может быть, убрать половину отсюда, а? Вот таким вот образом. О-оу. Мне что теперь, разорваться что ли? Или как мне быть? Давай, 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 давай. Под нашим контролем, да, этот маг? Олах у меня погиб, к сожалению. Как же вы меня достали, а, лучники?
смотрим далее. Склеп. Одержимость. Все, прекрасно. Плюс горгулька. Найс. Вот сюда лети. Будешь здесь мне помогать. Так, на поддержку. Ну что, минус голем. Сейчас этого заколбасим. Вот, под контроль берем чужого юнита, и он начинает за нас сражаться. Это круто. Я не могу ничего сделать, да? Когда башни захвачены вот таким вот барьером, ничего сделать невозможно. Все, что ли? Так. Ребят, неужели он сейчас пойдет? Нет, он упал. Моя сила не смогла тебя остановить. Может, мы и договоримся? Ха-ха, мы, ребят, второго чувака захватываем в плен. Блин, ну уровень, я вам скажу, сложный. Сложный был. Я, кстати, забыл употребить пробирочку на звездочке. Ну ладно, мне все равно потом, ребят, переигрывать эти миссии. Это я делаю за кадром, чтобы все у нас было идеально и тип-топово. Чтобы, как говорится, все было четко. Башню, наверное, новую дадут нам, да? Шаман орков. Ух, и очки улучшения 3 штучки. И мы придвигаемся, наверное, вот сюда, на базар, да? В лес? А, вот так вот. Да, ребята, я так думаю, что это у нас или последняя, или... Нет, это все-таки предпоследняя миссия, потому что последняя будет уже в самом замке. Ну-ка посмотрим, что это за башня такая. Где она? Вот. Они могут управлять природой и используют необузданную силу стихии в качестве оружия. Их атаки могут быть как неустойчивыми, так и невероятно мощными. То есть, заполняет зону мощными исцеляющими корнями, стоящие на них союзники исцеляются. Это круто! Осыпает ливнем из метеоритов, которые наносят урон по площади. Вот это зашибись. Удары молнии теперь наносят дополнительный урон ближайшим противникам. Но вместо чего взять... Я думаю, вместо бумерангов. Да. Но это уже будет у нас, ребята, думаю, в следующей серии, да? Тест, так сказать. Что мы можем с вами здесь улучшить? Абсолютно ничего, потому что не хватает у нас очков. Да. Нет, мы можем вот это, кстати. Все умения героев останавливаются быстрее. А это все герои улучшают свое здоровье. О, вот это, кстати, круто. Вот это вот имба. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в Kingdom Rush. А на этом все. Всем удачи и до новых видосиков.